Управление образования Ангарского округа подвело итоги сдачи единого государственного экзамена. В этом году свои знания проверяли 1272 школьника. Для этих целей в городе было организовано 5 пунктов проведения испытаний. Кроме того, двое ребят с ограниченными возможностями здоровья проходили аттестацию на дому. В целом, по обязательным предметам, уровень знаний ангарских школьников на 3% выше, чем средний по области, а некоторые выпускники показали лучший результат в регионе. У нас есть ребята, которые на едином государственном экзамене по русскому языку получили 100 баллов. Это Шишкина Дарья, выпускница гимназии номер 1, Ахметова Валерия, выпускница Ангарского лицея номер 2, и Иванова Елизавета, выпускница Ангарского лицея номер 1. По Иркутской области ребят, которые получили 100 баллов, 59 человек. По второму обязательному предмету математики наши ребята также вышли в лидеры. Из 7 стобальников региона двое ангарчан. Это Суворов Дмитрий из школы номер 10 и Северин Андрей из лицея номер 2.